Ну, в продолжении дорожной темы. В Кирове на улице Ломоносова сломался проекционный переход. Это городское ноу-хау, которое отвечает за безопасность людей. Сегодня рисунок на дороге начал двигаться в разные стороны и сбивать с толку и пешеходов, и водителей. Этот пешеходный переход, а точнее необычный арт-объект, очевидцы заметили около 7 часов утра. Переходить дорогу по такой разметке они опасались. Все-таки направить пешехода она могла разве что под колеса автомобиля. Тем не менее, из-за этого дорожного фиаско некоторые нашли лишний повод улыбнуться морозным утром. Ну, не знаю, у него может быть глюки, может быть еще что-то. И раз он становится перпендикулярным. Довольно-таки забавная история, не правда ли? В соцсетях кто-то предположил, что такое чудо техники попало в город прямиком из волшебного Хогвартса. Есть и более приземленная версия. Проектор теперь работает на праздничном режиме. Раз переход стал кружиться, то это знак – Новый год уже близко.